Как звучит благовест, подзвонные колокола и зазвонные. И также изучить разные трели и узнать очень много чего нового может любой желающий череповчанин в клубе звонарей «Компан», который организован при Воскресенском соборе. Тут главное начало, вот, а потом звонарь уже, насколько сам себя чувствует, так и импровизирует. То есть состояние звонаря можно, да, в колокольном звоне услышать? Можно услышать, да, на самом деле. Потому что не бывает такого звона какого-то одинакового, каждый раз по-разному получается. Ну, ты пришел, ты звонарь, ты как бы вкладываешься, свою душу в это вкладываешь, поэтому и стараешься отдавать всего в себя, все свои силы. Поэтому так, ну да, требуется определенная подготовка, навыки, терпение, силы. Увлечение было, потом пришло время, стал профессионально заниматься. Сейчас я уже здесь как штатный звонарь считаюсь. И теперь вот здесь основательно решили, опять же, с благословения отца Нила, открыть свой клуб звонарский, чтобы привлекать звонарей, которые есть и которые... Дай Бог, у нас будут, вот, чтобы они были здесь у нас всегда в одной как бы связке. Клуб мы назвали «Компан», церковнославянское слово «компан», оно означает «колокол». Искусство колокольного звона так и называется «компантология». Поэтому у нас такое вот, оно созвучно со словом «компания» и слово «колокол», «компан». Поэтому у нас так клуб и назвался. У нас уже 25 человек в клубе есть. И мы ждем еще прилива молодого поколения. Всех желающих, кто хочет, от мала до велика. В общем, даже у нас ходят бабушки-пенсионерки, которые занимаются. У нас на бабушках все и держится. Больше 50% женщин. Правой рукой берутся зазвонные колокольчики, это у нас называются. Левой рукой мы играем, это уже подзвонные идут. На ноге у нас благовесты. Вот здесь вот этот благовест самый большой, еще один есть большой. Сейчас у нас идет практика, так как у нас еще не начался учебный год в воскресной школе. Мы просто практикуемся на учебной звоннице. Те, кто хотят стать все-таки профессиональными звонарями, они будут у нас сдавать экзамены, мы будем выдавать свидетельства. Свидетельство будет у нас выдаваться епархиальное. И предоставляться возможность звона на колокольнях. А кто просто для себя хочет, то, пожалуйста, приходите для себя. Кому не нужно вот этот вот сертификат там профессиональный, а просто самому там узнать, что это такое, да. То есть... Пожалуйста, приходите. Может, кому-то не нужна эта теория, просто практика, потренироваться, побрякать на колоколах, так сказать. Тоже, пожалуйста, у нас всегда для всех все двери открыты. Собрания в клубе звонарей проходят по вторникам и четвергам в 18:30. Все занятия бесплатные. Желающих ждут на Советском 3 в воскресной школе.